Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале «Вяжем красиво». Сегодня вашему вниманию я предлагаю вот такую мужскую спортивную шапку. Как вы уже успели заметить, шапка связана двумя цветами. Это полушерсть в 100 граммах 250 метров. Один моток у меня был темно-серого цвета, но, к сожалению, видео немножечко искажает цвет. И второй моток черного цвета. Вам понадобится чуть меньше каждого мотка. Где-то по половине мотка каждого цвета. Начинала я вязать спицами номер 3. Дальше я перешла, когда стала вывязывать основное полотно, спицами номер 4. Также нужен маркер для обозначения начала ряда и чулочные спицы для того, чтобы закрыть макушку. Шапка связана на обхват головы 56-58 сантиметров. Высота шапки составляет 21 сантиметр. Она плотно облегать должна голову, имеет такой вот спортивный стиль. Если вам понравилась модель данной шапочки, тогда присоединяйтесь. Вяжется она легко, просто. Все с удовольствием вам расскажу и покажу. Давайте свяжем ее вместе. На круговые спицы номер 3 итальянским способом набора петель я сейчас наберу 113 петелек. Так, первую петлю я набираю, как при классическом способе набора. А дальше, смотрите, одна ниточка у нас идет на большом пальце, вторая на указательном. Заводим спицу за большой палец, под большой, захватываю ниточку, получаю первую петлю. А следующую в обратном направлении спицу под нить и обвиваю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И так набираете 113 петель. Далее замыкаю вязание в круг, как при обычном вязании. То есть переснимаю с правой спицы на левую одну петлю и провязываю за задние стенки 2 вместе лицевой. Надеваю маркер начала ряда. Первая петелька у нас с вами провязана. Дальше должна идти изнаночная петля. Мы ее не провязываем, а снимаем нить перед работой. Далее идет лицевая петля, изнаночная, нить перед работой. Пересняли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Лицевую провязываем лицевой, а изнаночную просто снимаем нить перед работой. Встречаемся в начале следующего ряда. Дальше мы будем использовать вторую нить. Нам сейчас нужно перейти с вами к резинке 2 на 2. Я переворачивать петельки не буду, обычно это делают, но здесь не принципиально, поэтому вязать буду попроще. Провязываем 2 лицевых, затем берем черную нить и провязываем 2 изнаночных. Опять меняем нить, 2 лицевых серой нитью, 2 изнаночных черной. Вы уже догадались. Лицевые петельки мы будем провязывать серой нитью. Изнаночные петли мы будем провязывать
черной нитью. И таким образом у нас с вами получится резинка 2 на 2. Так вяжем с вами до конца ряда. Вот я довязала ряд до конца. Теперь перейду на спицы большего размера. Это спица номер 4 у меня тоже на такой же короткой леске. Так, вязать будем по такому же принципу. Там, где была серая нить, мы также продолжаем лицом серой нитью. То есть продолжаем вязать резинку 2 на 2. 2 лицевых, 2 изнаночных черных. И так провязываем опять целиком весь ряд. Опять надеваем маркер начала ряда и продолжаем вязать уже спицами номер 4 по такому же принципу резинку 1 на 1 на нужную для вас высоту. Вяжем так вверх, чередуя. Вот посмотрите, я закончила вязать резинку. Высота резинки у меня составила 7 сантиметров. И теперь я перехожу к вязанию основного узора. Вязать следующим образом будем вот таким образом. Смотрите. Значит, мы берем серую нить и провязываем 6 петель лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот эти 2 изнаночные в том числе. Далее черной нитью провязываем 2 изнаночных. 1, 2. Далее опять 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь главное не стянуть, когда будете вязать черной нитью. Перехлёсты уже становятся больше, поэтому послабше. 2 изнаночных. Затем опять 6 лицевых. 2 изнаночных черной нити. Потом опять серый 6 лицевых. 2 изнаночных черной. И так до конца ряда. Провязывайте. Вот практически я довязала ряд. Вяжу 6 лицевых. И заканчиваю ряд 2 изнаночными черной нитью. И дальше вяжу по такому принципу, ничего не изменяя. То есть у вас получается 6 лицевых серой нитью и 2 изнаночных черной. Опять 6 лицом серой нитью, здесь уже не ошибетесь. И 2 изнаночной черной. И так продолжаете вязать в высоту. Вот я провязала шапочку в высоту. Вот такая красота получается. Давайте замерим. Какова получилась высота шапочки?
Так. В высоту это получилось 20 сантиметров. Этого достаточно. Теперь я буду переходить к вывязыванию макушки. Формировать будем. Так, начало ряда маркер. И делаем следующее. Лицевые дорожки, которые у нас состоят из 6 петель, мы также провязываем лицом по рисунку. Убавки будем делать в изнаночных петлях. Далее у нас с вами идет 2 изнаночных петли черного цвета. Мы их провязываем 2 вместе изнанкой. Дальше опять провязываем 6 лицевых. Две петли изнаночной провязываем вместе. Тем самым сокращаем потихонечку петли. И так до конца ряда провязываете до маркера. Лицевые вяжете также 6, а изнаночные петли сокращаете. Переходим ко второму ряду убавок. Первую петельку провязываем лицом. Дальше 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой. Дальше у вас остается одна серая, черная, серая. Первую серую снимаем. Черную и серую провязываем 2 вместе лицевой. И снятую перекидываем через них. Дальше 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой. Одна у нас осталась серая, снимаем. Черную серую 2 вместе лицевой за заднюю стенку и перебрасываем серую последнюю. Опять 2 вместе лицевой. Так. Что-то соскальзывает никак. Еще раз 2 вместе лицевой. Серенькую сняли. Черную серую вместе. И снятую перекинули через них. И так вяжем до конца ряда. 2 вместе. 2 вместе. Одну сняли. Черную серую вместе. Перекинули. И так до конца провязываем. Посмотрите, пожалуйста, как закончить ряд. Перед маркером осталась серая петля, черная. Мы их переснимем пока. И одну захватим после маркера. Значит, смотрите, вот он у нас этот раппорт. Одну петлю сняли, 2 вместе лицом. И перекинули. И тогда у вас осталось все так же. 2 лицевых петельки у вас по центральной дорожке. И третья петля та, которая образовалась в результате убавления вот этой черной полоски. И здесь то же самое. Вот он раппорт. 2 центральных, одна за счет убавки черной полосы. Так. Если мы сейчас пересчитаем петли, то у нас их на спицах 42. Дальше следующий ряд мы будем провязывать по 2 вместе лицевой. Без разницы, за какую стенку, вяжите так, как вам удобней. Провязываете каждые 2 петли вместе. Я вяжу за заднюю стенку, как вы видите. И так до конца ряда.
На спицах осталось очень мало петель, поэтому я сейчас перейду на чулочные, чтобы мне удобнее было скрепить макушку. Черную ниточку мы можем с вами уже обрезать. Так, закрепим ее серой ниткой, чтобы она у нас не убежала. Потом все хвостики с изнаночной стороны спрячутся. Так. Следующий ряд с помощью чулочных спиц мы провязываем ряд целиком, как он есть, просто лицевыми петлями. Я буду провязывать по 7 петелек на каждую спицу. Переношу, чтобы было удобнее, потому что здесь уже становится сложно. 3, 4. Это не важно, вы можете любое количество оставлять. Так, вот последний, извините за погремушки. Так, довязываем. Можно, в принципе, и на этом этапе уже стянуть макушку. Но я сделаю еще один ряд, провяжу. Так, хвостики все вовнутрь. И последний ряд также по 2 вместе. Туговато, вот. Но зато будет макушка красивая. Так. Провязываем по 2 вместе лицевой. Здесь мне удобнее вязать за переднюю стенку, я это и делаю. И здесь также. Так, и последнюю петельку мы оставим, просто провяжем лицо. Это не важно. Так, давайте посмотрим, сколько у нас петелек осталось. Значит, здесь у нас 3, здесь 4, это 7, и еще 4, 11. Ну, я думаю, теперь уже достаточно. Теперь можно брать крючок. Для начала давайте отрежем ниточку, чтобы она не была такой длинной, чтобы удобнее было протягивать. И с помощью крючка мы протягиваем нить через все эти петельки. Вот таким образом делаю я. Можете даже по 2 цеплять, как вам удобней. Так. И остается последняя спица. Вот таким образом. Старайтесь только не упустить петельку. Так, затягиваем. Стягиваем. Вот что у нас получается. Вот такая макушечка. Так, хвостик убираем с помощью крючка, опять же. Прячем вовнутрь. Давайте посмотрим заодно, какая шапка получилась изнутри.
Вот такая, как бы как двойная шапочка. Так, ну и здесь нужно еще разок пройти с помощью крючка, закрепить нашу ниточку, чтобы макушка не расползлась. Делаю я это в произвольной форме. Я думаю, что вами связана тоже не одна шапка, и вы это делать умеете. Ну вот как-то так, пройти несколько раз, затянуть. Так, еще разок, потому что мужчины иногда носят небрежно. Так, обрезаем. Также прячем боковые ниточки. Вот те, которые откуда у нас с вами начинался ряд, также фиксируем. Завязываем. Лишнее обрезаем. Так, выворачиваем нашу шапочку и смотрим, что же у нас получилось. А получилась у нас вот такая шапуля. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, а также подписывайтесь на мой канал «Вяжем красиво». Впереди у нас много нового, интересного. До новых встреч! Пока-пока!